Добре упорядкування своїми руками. Після так би мовить під'їздних суботників двори бобруйських шматповерховок усе частіше упригожують нові клумби і малі архітектурні форми. Нову моду на двори, ландшафтний дизайн підтримують як жихари, так і комунальні служби міста. Гэтаму двару па вуліцы Пушкінскай у Бабруйску больш за 30 гадоў, а яго здолелі зрабіць вось такім прыгожым. Год таму камунальнікі за кошт сродкаў на капітальны рамонт добраўпарадкавалі двор і ўстанавілі сучасную спартыўную пляцоўку. А жыхары дома ахвотна далучыліся да працы. Клумбы, вот эти, где разработаны и посажены цветы, кусты, декоративные самодельные вот там элементы, это все жильцы самостоятельно, даже без нашего участия. То есть у них есть интерес, чтобы двор был благоустроен и красивый. Все убрали, посадили цветочки, оградили оградкой. І поліваємо, садимо. А ось у гэтым, самым шматдзетным двары Бабруйска, дом номер 208 па вуліцы Гоголя, была старая і, кажуць жыхары, небяспечная для малых дзяцей пляцоўка. Мясцовыя маці звярнуліся да свайго депутата, і двор пераўтварыўся. Агульнымі намаганнямі жыхароў і камунальнікаў на добраўпарадкаванні працавалі разам. Они нам помогли материалом, детской площадочкой, а мы помогли, поставили, облагородили, то есть вот начали вот с этого. Зараз активисты дома працуют каля подъездов. Коммунальники привезли глебу. Треба поспеть зарабить клумбы. Нам нужно поменять бытовую культуру у жителей нашего города. И чтобы это сделать, прежде всего, необходимо, чтобы они самостоятельно, практически участвовали в процессе благоустройства. У Бабруйску з'являється все больше двору, где добраупорядкование робится подчас подъездных субботников. И коммунальные службы частей за все не отмовляются допомозі, бо їх функції – ремонт і уборка території, а пригажость і утульність – повністю у руках самих жихару. Ганна Лапо, Олександр Тарасов, Новини регіон.